Хей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал Маугли здесь. Сегодня мы с вами сделаем обзорчик, точнее не обзорчик, а первый раз поиграем с вами, первый запуск в игрушке под названием Lobotomy Corporation или Корпорация Лоботомия, черт ее подери. Взгляни в глаза своим страхом и чего-то там написано «Построй свое будущее». Это специальная игрушка, такой менеджер монстроподобной электростанции, которая как раз получает электроэнергию с помощью каких-то невероятных монстров и страшных живых существ. Ангела пишет мне: «Привет, Икс!» Там, видимо, не Икс, там М должен. «Привет, Маугли! Я искренне приветствую тебя в лоботомической нашей корпорации. Меня зовут Ангела или просто Ал. Я твой ассистент, Ал, AI. Наверное, это типа искусственный интеллект. Я буду тебе помогать, буду твоим секретарем и, короче, тем, с кем ты хочешь поговорить. Я думаю, что надеюсь, что смогу тебе немножко помочь здесь обустроиться и освоиться. Все, что у меня есть, это вот этот voice-голос, так что, думаю, все ништяк, да? Ты чего об этом думаешь? Да ладно, не важно, что ты думаешь. Короче, у нас очень крутая здесь технология, продвинутая искусственного интеллекта, будет тебе помогать. И тебе нужно будет быть мультизадачным, многозадачным, чтобы одновременно выполнять разные поручения для того, чтобы эффективно наша компания работала. Ну, в общем, так что не переживай, будет у тебя здесь еще количество людей расти постоянно, и ты будешь хорошим менеджером. Это я такой вольный перевод тех слов, которые я прям вижу сейчас подряд. Сразу перевожу. Много людей потеряли работу из-за меня. Ну, хреновенько, я согласна. Ну, че, давай, ты слушай мои инструкции. Какие-то вопросы есть? Товарищ. Да, вопросы есть. Вопросы есть насчет... Так, мы можем прервать с ней связь. Может спросить про нее, может спросить про компанию. Да, про компанию спросим. Я спросил о компании. Так, слушай, короче говоря, это не очень плохой вопрос. Думаю, что тебе понравится это. Твой мир, он продвинутый. Он продвигается постоянно. И потому что этого substantial какой-то... Значимое количество энергии тебе нужно, ну, чтобы планшетики заряжать, чтобы телефончики, смартфончики заряжать, чтобы ютубчик смотреть. Это все энергия нужна, сами понимаете, чтобы лампочка у вас в комнате светила. Так что нет у нас достаточной энергии, знаешь ли, получаемой со всяких там атомных электростанций, да, с плотин. Так что нам нужно... Мы начали использовать абнормальности. Абнормальности, я так полагаю, что монстры. Давайте будем называть их монстрами. Абнормальные — это ненормальные живые существа. Мы нашли очень таинственных существ, которых называем абнормальности или монстры. И мы вытаскиваем из них, извлекаем из них энергию особенным способом. Мы изолируем этих монстров от общества и качаем энергию из них. Вот почему мы тащим эту компанию вперед и... И мы сразу таким образом убиваем двух птиц. Ну как, за двумя зайцами погнались, обоих типа поймали, да? Интересно. Также необходимо заботиться об этих монстрах, потому что это самая важная вещь, которую тебе нужно делать. Ты должен собирать информацию об этих монстрах, хотя это пустое сейчас... Пустой банк информации. Но постепенно ты будешь заполнять свои списочки, свои какие-то там бумажулечки. И не беспокойся, будут твои работнички тебе помогать, все это будут записывать. Так что удачи тебе, родной мой. В чем смысл этой игры? Мы с вами будем управлять специальной корпорацией, которая будет находиться у нас под землей, прямо сразу после Resident Evil. Мы опускаемся на землю, под землю точнее, у нас будет комплекс целый, где мы будем с вами менеджерить, будем управлять монстрами и пытаться выкачать из них как можно больше полезной, хорошей энергии, которая потом пойдет на благо человечеству. Все, нужно начать нашу работу, давай-ка посмотрим, так, загрузочка идет, значит, с помощью кнопок мы его перемещаем, чем мы можем так, что-то там тянуть экран с помощью правой кнопки мыши, зум у нас колесом, это все понятно. Давайте мне уже игру. Вот моя мышка, она работает, все в порядке. F1 мы можем нажать в любом месте для того, чтобы нам прочитать мануал, или можно нажать пробел, чтобы остановить время. Вот остановить время нам, наверное, нужно сделать. Что у нас здесь? Гол, цель. Сегодняшняя цель — собрать 30 единиц энергии. Потрясающий музон начался у нас. Контрольная команда. Этот департамент мониторит всех рабочих и монстров и дает тебе инструкции о том, как управлять этими монстрами, чтобы тащить из них энергию.
Так, вот у тебя какой-то монитор, видимо, камера наблюдения у тебя здесь есть, так что можешь следить за всеми комнатами одновременно. Абнормальности у нас пока что, смотри-ка, вот абнормальности у нас, посмотреть детали, ничего не понятно вообще, неизвестный. 0, 0, 1, 12T какой-то у нас монстр, видимо, будет, о нем вообще ничего не известно. И функции тоже у нас неизвестны. У нас несколько агентов есть. Мы можем, я так понял, сделать команду из контролирующих людей. Точнее, нет, это контролирующая команда. Мы делаем ее из вот этих пятерых наших работничков. И нам нужно подобрать наш персонал очень грамотно. Как это сделать, я понятия не имею, потому что играю в эту игру первый раз. Только лишь читал описание о том, что она из себя представляет в общих чертах. Насколько я понимаю, смотри, вот у меня здесь целый такой комплекс большой. Первый открытый уровень 25%. Видимо, всей... Да, 25%. Нифига, смотри, сколько комнат здесь. Я так полагаю, что чем дальше мы будем проходить, у нас тем больше будет открываться здесь область. И, по идее, мы должны построить огромный такой монстроперерабатывающий комплекс подземный. У нас есть рационалист, пацифист, оптимист, два оптимиста и еще один рационалист. Вот так. А пацифист всего лишь один у нас. Николай, Колька. Потом у нас Аранг, мужик какой-то. Смотри, почти все пацаны. Мабил у нас тут. Геминиано. Кого? Геминиано. Геминиано. Эй, Геминиано. Зовут ее так, оптимистку. И Грегори. Да, классное женское имя, Грегори. Нам нужно выбрать, видимо, кто. Вот, смотри, агенты контролирующей команды. То есть троих нужно. Давай выберем разных. Давай. Ой, тихо, убери. Оптимиста выберем. Мы выберем. Смотри, вот у них разные. Что такое, смотри, какая-то еда. Какие-то пальчики тут соприкасаются. И хлыст. Я даже не знаю, что это такое. Давайте выберем разные, чтобы не было одинаковое. Потому что, может быть, это каких-то их способности или их конек в профилях. Значит, еда у всех есть. Вот мы выберем еще что-то. Вот смотри, с чисткой. Смотри, там какая-то щетка у нас. И давай с развлечением тоже выберем одного. Пацифиста вот этого, наверное, с развлечением. А что? Наверное, пойдет, да? Мне кажется, пойдет вот такой вариант. О, неплохо. Все, да? То есть сейчас пока что мы можем нанять только трех работничков. Все, мы можем начинать, насколько я понимаю. Это у нас... Цель, агенты, все это сделано. Так, дальше. Добро пожаловать, менеджер. Давайте будем ставить на паузу, чтобы читать, что у нас здесь. Я твой ассистент Ал, Ангела. Да, ты уже знаю. Так что я пришла сюда для того, чтобы тебе помочь тебе в первый твой день. Я буду тебе давать практически советы, пока ты не освоишься в этой компании. Окей, я понял тебя. Что у нас здесь? Вот и наша компания. Вот это, видимо, наша штаб-квартира. Это еще какая-то хрень непонятная. Здесь, смотри, какой-то стол. А вот у нас, похоже, что первая... Первая какая-то... Монстроподобная бабулька. Что у нас здесь? Открыть. Давай посмотрим ее профайл. Ее, значит, номер 00112T. Будем называть ее просто бабуля. Похоже уже на какую-то дохлую смерть. Ну реально, смотри, высохший монстр. Не знаю, такая только хоррор встречается. Про нее вообще, смотри, ничего не известно. Никакие ее специальные способности неизвестны. Также ее предпочтения тоже неизвестные. Описание ничего понятного тоже нет. Старая какая-то женщина. И чего она здесь? Когда кто-нибудь входит в ту же комнату... А, в старой женщине она хочет типа поболтать. Вот, смотри. Когда кто-нибудь входит в ту же самую комнату, где находится эта тварь... Ну, в смысле, бабуля наша... То эта бабуля начинает разговаривать с этой личностью. То есть она любит вступать в общение. То есть ей нравится болтать. Лясы точить, перетирать и все такое. Поэтому, наверное, мы должны о ней заботиться. Вот смотрите, вот насколько я понимаю... Судя по справке, которую я уже немножечко изучил. Вот этот вот смайлик пока что очень нейтральный, желтенький. Нам нужно сделать его счастливым. То есть она должна чувствовать себя хорошо. Мы не монстры, в отличие от наших резидентов, которые живут здесь. Мы будем о них заботиться. Мы не будем над ними издеваться, не будем их насиловать. Ну, только, может быть, самую чуточку. Мы будем о них заботиться, чтобы они чувствовали себя в тепле, в уюте, в заботе, в любви и все такое. Если, конечно, это вообще возможно, и они вообще в этом нуждаются. Тогда, если они будут себя хорошо чувствовать, они будут давать энергию. Это то, что нам нужно. Здесь наша энергия. Здесь у нас, смотри, вот настоящий уровень энергии 1 из 15. 15 надо набрать, да, насколько я понимаю. Это у нас здесь можно проигрывать. Как, в общем-то... В подобного рода играх можем тормозить. Ну что ж, давай, поехали. Че вы, будете у меня работать-то, нет? А что, куда звук пропал у нас? О, звук пошел. Смотри, все, она, по-моему, несчастна. Давай кого-нибудь пригласим сюда, чтобы пошли с ней и пообщались. Вот смотри, коммуникация. Коммуникация у нас хорошо. Давай с девочкой пусть идет, пусть Грегори у нас идет. Грегори, ну-ка вперед, быстро тогда. В консенсус ворк. Сейчас она пойдет. За ними, вот я так понял, за своими рабочими я не должен особо следить. Я должен вот за эти... А, почему все черное там стало? Так, абнормалия, психологическая атака какая-то.
Они начали что-то говорить. Какое-то тут качающее средство. Ненатурально. Старые истории бабуськи. Они были вымочены проклятиями. Теперь люди, которые будут... Have to listen closely to her stories. Теперь люди должны слушать более внимательно ее истории. Психологический... Смотри. Психологический урон получает наша Грегори. По-моему, все хреново становится. Ой-ой-ой, уходи, уходи, Грегори, отсюда, давай, сваливай скорее. Смотри, что-то растет, зеленый какой-то уровень растет. Что психологическая атака? Бабуся, ты бы, наверное, какие-нибудь позитивные истории, анекдоты бы рассказывала, а не матершины частушки пела. У-у-у! Ладно, смотри, у-у, она, по-моему, влюбилась, смотри-ка. У нее сердечки пошли. Мне кажется, это хороший знак. Хотя я не уверен в этом. Так, ладно. Смотри, энергия у нас выросла, нет? Не выросла? Нифига не выросло. Ничего не случилось. Давай кого-нибудь отправим к ней, допустим, почистить ей ее комнату. Давай. Почистить комнату. Отправляйся. Посмотрим сейчас как. Я так понял, что нам нужно именно как раз изучать вот их повадки. Изучать то, что нравится. Так, незнакомая абнормальность. То есть монстр для нас. Работает согласно инструкции. Давай, что она сейчас будет делать? Только смотрим. Психологический дамаж у нее. Так, смотри, она ее чистит. О, бабулька моя. Хорошая моя бабулечка. Давай я тебе... Причешу твою рожицу. Смотри, смотри, смотри. Все, она ее почистила. По-моему, ей понравилось. Это кто у нас? Это Грегори опять, кстати, пошла. Грегори опять пошла. Она выдержит вообще это все? Так, давай, уходи отсюда. Посмотрим, что. Смотри, у нас уже 6 из 15 энергии мы заработали. Это хорошо. Давай, давай, Грегори, уходи. Смотри, у нас появилась такая фигнюшка, называется Observation Activated. То есть это активировано какое-то наблюдение. Ну-ка, нажмем, что это такое. Observation Level. Что это такое у нас? Ничего не понятно, да? Выбрать агента, который будет что делать? Обсервацию проводить. Обследование, видимо, какое-то. Смотри, бабуля-то у нас с красными сердечками вся изошлась. Давай, от Грегори у нас уже служило сегодня хорошо. Давай отправим оптимиста. Пусть идет оптимист, у нас и делает это самое обследование. Так, оптимист, ты идешь? Вот, оптимист, смотри, пошел. Кто это у нас тут? Я не могу прочитать его имя, блин. Мабил какой-то. Мабил, а я должен что-то исследовать. Ух, смотри, они закрылись. Что происходит? Исследование завершено. Да, исследование прошло успешно. Что он это означает? Вот, а, все, смотри, вот ее и теперь зовут. Старая кошелка, так ее и зовут. Старая леди. Кошелка наша. Можем посмотреть ее гайд. О, давай посмотрим, что это. Старая кошелка, вот видите, у нее тут аватарка даже появилась. Так, что у нее здесь? Ее статистика. Ее атака, это белые какие-то штуки. Риск. Тиф какой-то, я не знаю, что это означает. Дальше смотрим. Неизвестно. Старая женщина, одинокая. И... When the mood status is bad. Она начинает периодически пилинг какой-то... Пилинг? Что это? Чистка какая-то? Mood status is bad. Короче, это что-то с ней происходит. Когда она чувствует себя одинокой, она начинает что-то там творить. Дальше. Одиночество. Stuck to employ Susan. Одиночество проникло в рабочую Сьюзан, когда она работала вместе... Я не понял, что-то, короче, с одиночеством. Все сплошное одиночество. Видимо, эта старуха боится только одиночества. Так, рабочая Елена вошла в контейнмент. Взошла, короче, в этот контейнер, где у нас бабуся сидит, наполненная одиночеством. Однако, она получила лишь небольшой психологический урон. Что-то все с одиночеством, одиночеством, одиночеством. Я не понял, что это такое означает. Неважно. Ладно, описание, смотри-ка. Это различается от времени от времени, но всегда начинается, что... дитя, дитя, ты хочешь услышать от меня старую историю, говорит наша бабуля. А это начинается с песенки, похожей на колыбельную, как будто какая-то непонятная поэма, обычная детская история или что-то типа новенькое, да? Смотрите, что написано. It knows every children's story. Она знает все рассказики и сказочки для детей, так что не прекращает постоянно болтать. То есть ее задача, видимо, как раз постоянно болтать. Нам вот это все придется изучать, потому что нам нужно понять ее повадки. Значит, смотри, это что у нас здесь? Грегори сходила у нас в комнату. Обнормальничка gave mental damage. Вот эта вот старая кошелка наша, она может давать ментальный урон, и так что рекомендую сюда отправлять людей с хорошим ментальным статусом, то есть психов туда отправлять не будем. Дальше, эта старая кошелка нам не знакома, нужно работать согласно инструкции, что-то тут такое, что это такое дальше? Старая кошелка начала рассказывать истории про проклятие, так...
Все неожиданно, какой-то звук, у нас кто-то трескающий возник. Старая кошелка начала рассказывать часть поэмы очень тихо, безмолвно. Господи, какой ужас. Так. Короче говоря, насколько я понимаю, ей нравится общаться. Мы начали ее чистить, ей тоже это понравилось. Ее истории, они отравляют. Они входят в окружающих людей. Блин. Да, эти сказочки лучше не слушать, наверное, на ночь. Ладно. В общем-то, мы, по крайней мере, для себя уяснили, что ей нравится, что ей за ней убирают, и ей нравится общаться. Туда надо отправлять людей. Вот, смотри, задача убирать и развлекать. Вот это ей нравится. Она тоже хочет поесть, получается. Задание у нас. Давай-ка теперь сходим ее, давай развлечем. Почему нет? Или покормим. Давай, кто у нас пойдет ее кормить? Идите, кормите. Давай-давай, оптимист у нас, Мабил у нас уже ходил, рационалист, давай. А Григори опять, да? Нет. Давай-ка вот Мабила. У Мабила что у него там со статами-то с нашими? Мабила вроде ментальная, вроде нормально, а у Григори что у него? Григори, ты где, родная моя? Григори. Я почему стату не вижу? Вот, Григори. У нее, кстати, ментала побольше, по-моему. Так, ладно, что у нас здесь происходит? Ее истории отравляют. Так, он ее покормил? Вали уже отсюда, Мабил, давай, сваливай. Пока она тебя не уничтожила. Пока ты психом не стал. Здесь важно еще следить за нашими работничками, чтобы они с ума не сошли. Потому что все-таки работать с этими тварями — это дело такое. Так, почему ты не присматриваешь за старой или женщиной? Она очень плохо выглядит, я повторяю. Чего-то там. Да почему не слежу-то? Смотри, она вроде несчастная какая-то. Ой, смотри, все упало, блин. Почему ничего-то не понравилось ей? Давай отправим к ней кто это у нас побежал там? Николас, да, у нас побежал? Николас пусть идет, ее развлекает. Уж у нас задача прям была такая, что надо ее развлекать. А, все черное почему-то стало. Так, смотрим, что у нас здесь. Смотри, он начал ей на скрипочке играть. А был такой хороший мальчик. На скрипке Полечку играл. По-моему, ей это нравится. Бабулька, давай, танцуй. Нет, по-моему, она не может танцевать. Че, тебе не нравится, когда тебя развлекают? Потому что, слушай, у меня же там... Ей вообще это не нравится. Почему? Мне же вот надо было как раз ее развлечь, вычистить и покормить. Или это означает, что ей нравится чистка и развлечение, но ей не нравится еда? Я не понял. Вот это не совсем понятно, что это такое. Фигня какая-то. Так, что у нее? По-моему, я потерял всю свою энергию. Я правильно понял? Мы вообще все потеряли. Так, ладно, значит, надо пойти с ней пообщаться. Кто к ней с ней пойдет пообщаться? Ментальный, кто у нее там? С менталом куков все. Николас, давай, вали быстро туда. Николай! Смотри, она прям зарастает вся плесенью. Когда ей не уделяет внимания. Так, смотрим, сейчас он, смотри, вот с ней пообщается. Давай-давай, общайся. Смотри, сел на стульчик такой. Ну, расскажи мне, бабуля, историю. Нравится ей, не нравится это? Давай, бабулька, ну да давай, нормально уже расти. Энергию давай мне, моему предприятию. Что такое? Что-то как-то это не работает, что ли? А почему это не работает? Ну вот, смотри, зеленый начал расти. Зеленый растет, давай, раз зеленый расти, блин. Еще давай один, зелененький. Все, нормально, вроде более-менее. Ух, смотри, она в порядке. Отлично, давай-ка к ней опять отправим кого-нибудь пообщаться. Ну почему нет? Так, пообщаться. Давай, у нас был Николас, Мабил. Так, давай-ка Мабила отправим, или нет? Давай-ка Григори отправим. Она у нас уже хорошо здесь работала. У нас энергия растет. Как мы так просохатили всю энергию, прикинь? Просто немножко не уделил ей внимания. Так, смотри, вроде нормально. Опять общаться. Ну, вроде как бы ментала у нее хватает. У Григори у нашей. Вроде она жива пока что. Все в... О, смотри, еще. Смотри, еще энергия у нас подросла. О, хорошо. Так, смотри-ка. Еще мы можем какой-то, да, заказать, видимо. Так, сейчас она пойдет. Мы можем вроде как еще какое-то исследование заказать здесь, да? Я правильно понимаю? Давай отправим кого-нибудь... Николая давай отправим туда. Пусть идет Николай. Изучает ее. Так, смотри. У нас растет энергия. Бабуля у нас счастливая, хорошая, беззубая, видит плохо. Так, все, отлично. Что? Провалилось? Почему провалилось? 56. Почему провалилось? И обследование, говорит, провалилось. Это очень странно. Ну что, мы пойдем еще, может быть. Давай ее еще сходим, почистим. Или нет? Или не надо? Все, у меня вроде энергия выросла. Так, давай, стоп, надо отменить как-то. Как отменить? Ладно, черт с ним. Так, сейчас она ее, чем она ее будет там? Тряпочкой будет ее стирать? Или баллончик? А, на баллончик ходит, распыляет аэрозоль. Окей, поздравляю вас, цель первого дня у нас достигнута. Мы набрали нужное количество энергии.
Что у нас здесь? А что это такое? Смотри, какой-то пистолет появился. Щит. И бита. Что, неужели им придется еще сражаться с кем-то? Биться, а не на жизнь и на смерть. Ладно. Так, а что, я все, я понял. Давайте, второй день у нас, видимо, должен начаться уже. Столкнись лицом к лицу со своими страхами и создай будущее. Человек, которого звали Эй, он основал эту компанию лоботомии и сделал вот эту фразу своим слоганом. Так что, если у тебя есть выбор между двумя, какую бы штуку ты предпочел? Столкнуться лицом к лицу со своими страхами или создать будущее? Наверное, создать будущее. Я ответил, что создать будущее я хочу. Будущее. Какое бы мы ни хотели, или бы какое оно будет, или какое нам не нравится, оно все равно придет. Так что всего есть два пути, чтобы это сделать. И оба из них мы принимаем. Мы создаем новое будущее, и мы инновационные разработки сделаем. Так что мы можем экстрагировать новую энергию прямо. Это очень круто. Это технология, которую я хотела бы, чтобы если... Если бы искусственный интеллект мог выразить какие-то эмоции, то я бы лучше сделал это. Не понимаю. Ладно, наша новая технология. А мы можем как-то быстрее? Мы как-то ускорить? А, вот, смотри, мы можем. Можем быстрее это сделать. Так что, ладно, это какую-то нам дичь впарила. Смотри, у нас вторая комната добавилась здесь. Обратили внимание? Контрольная наша команда уже готова. Я думаю, что нам можно добавить еще кого-то к ним. Смотри, один слот у нас остался. Значит, смотрим. У нас здесь две еды. Здесь тоже две еды. Дальше. У нас одно развлечение. У нас здесь два развлечения. И вот такая штука есть еще. Со щеткой. Был бы, вот знаешь, со щеткой и развлечение. Вот тогда бы я такого взял. Оранга или Деланея мы возьмем. Даже не знаю, честно говоря. А вот это я могу сбросить, да, по идее? По идее, я могу его сбросить. А что, если мы уберем вот так вот, смотри. Вот так уберем, а вот этого рационалиста вставим сюда. И еще добавим вот такого. Здесь, смотри, вообще прям одинаковые они. И здесь тоже почти одинаковые. Давайте вот так вот оставим. Ну что, мне кажется, это интересная штука. Что новое у нас? Смотри, вот еще какая-то у нас появилась тут фигня. Смотри-ка, а. 00303Z. Даже не знаю, что это такое. Ладно, черт с ним, мы разберемся. Поехали, второй день, да начнется он. Это что за черепуха какая-то, смотри-ка. Черепушка, ладно, так, надо старушке, главное, уделить внимание. Так, старушечка у нас уделяется внимание. Мы идем с ней общаться. Давай, кто у нас там самый сильный. Окей, давай, идет. Так, с черепушкой, что мы будем делать? Черепушка, непонятно. Давай попробуем с черепушкой покормить ее, может быть. А может почистить, давай почистим черепушке клетку. Смотри, реально какой-то череп с костями. Я даже не знаю, кто это такой. 0303Z. Что у нас здесь? Здесь у нас бабулька и все нормально, да, по-моему? О, бабулька хорошо энергию начала давать. Все класс. Так, смотрим здесь. Я тебя тут освежителем воздуха немножечко побрызгаю. Ты ничего не против? Что, ему нравится, что ли? Смотри, зеленый вроде растет. Ой, красный пошел. Давай, 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 давай быстрее. Деланей, давай скорее распыляй. На него только не попади. Уж иначе будет плохо. Так, что у нас с бабулькой? Бабульке нужно пойти почистить. Мы уже это делали. Ей это нравится. Так, что у нас здесь? Смотри. О, обсервейшн мы можем заказать. Ништяк. Че, по-моему, мы, смотри-ка, нормально. Ему нравится, когда ему чистят клетку. Ну, правильно, черепушка, он же весь гнилой уже. Весь разложившийся. Ох, смотри, он меня влюбился, по-моему. Так, быстро заказываем кого-нибудь сюда. Давай, Николай, беги быстро, изучай черепуху нашу. Бабулька у нас тут тоже в порядке. Григорий, кстати, она уже немножко с ума сходит. Максимальный ментал. Не, вроде нормально у нее. 4 ячейки есть. Так. И, конечно, ты просто тупо не успеваешь читать все эти штуки. Потому что очень быстро появляются здесь диалоги. Так, что у нас здесь? Ты пойдешь? Observation-то ты пойдешь делать, нет? А, вот, он уже готов. Он уже готов. Так, давайте посмотрим, что здесь. Называется он «Один грех и сотни хороших вещей». Я даже не знаю, такое имя странное у него. Что у него есть? У него атака тип какой-то. Белая атака и уровень риска «Заин». Не знаю, что бы это значило. Такой вот аватар у него. Черепуха с крестом. После того, как работник Джастин сделал исповедь вот этой черепушке, его зовут «Один грех из сотни хороших дел», то его состояние резко ухудшилось. То есть, короче говоря, ему нельзя, наверное, с ним общаться, я так полагаю. Если ему начинают что-то рассказывать, то он, наверное, сразу тебя убивает. Не знаю, смотри, ему что нравится.
Ему нравится, когда ему чистят, ему нравится, когда с ним развлекаются, ему нравится, когда его фигачат хлыстом. Да, вот это ему типа нравится, все остальное ему не очень нравится, да? Описание давай посмотрим. Несмотря на свое какое-то резкое появление, сложно сказать... Лыцаны так... Ничего? Это едва ли когда-либо приводило к атакам. Не знаю, что это значит. Обычно он произносит какой-то звук, щелкая своими зубами вместе, так что не нужно обращать внимание на этот шум. Уровень стресса повышается очень немножечко. Так что меньше внимания нужно... It's required compared to other... А, ему нужно меньше внимания, чем остальным монстрам. Когда он в стрессе, то кормить его необходимо. It is necessary... хотя... It does not fit on typical system. Его надо кормить, но хотя это как-то немножечко необычно типа происходит, да? Что нам сказали, нам с ним нужно делать? Его развлекать нужно. Вот, смотри, у нас как раз есть лог здесь. По нему можем судить. Designated. Так, так, так. Николай. Сделал у нас здесь обсмотр. Вот, смотри. Деланей. Делал уборочку. А он не показал никакого... Этот черепуха не показала никакого, никакой реакции не выдала, но какой-то звук щелкающих зубов у него был. Но явно ему понравилось. А может быть и нет, я не знаю. Что у нас еще здесь было? Так, 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 так. Короче, эта черепушка очень странная штукенция. Что у нас с бабулькой? Бабулька у нас вроде в порядке. Надо, наверное, пойти и поразвлекать нашу черепушку. Кто у нас пойдет туда? Аранг пусть у нас идет. Что, у нас работа началась, а он тут ходит, ничего не делает. Пойдем-ка с бабулькой пообщаемся. Так, бабулька у нас хочет поговорить, наверное, с Николаем. Давай, быстренько, быстренько, быстренько. Пока она там в хорошем настроении. Так, что у нас здесь? Давай присмотрим. Черепуха смотрит на тебя. И она ждет человеческие грешки, когда они начнут рассказывать, да? Смотри, оранг-то он, о какой! Крутой парень. Так, что у нас здесь? С бабулькой все нормально. С черепушкой тоже вроде все нормально. Смотри, зелененькое все у нас. Что, красное пошло. Красное, я так понял, это недовольство, а зеленое это наоборот успех какой-то. Fundamental Power. Смотри, мы почти его задавили. Да ему, он вообще в шоке, когда его развлекают. Ты посмотри, черепуха радостный-то какой, вообще молодец. Так, бабулька тоже у нас радостная. Все, по-моему, мы с вами уже набрали нужное количество энергии. Все, вообще просто ништяпуль. Очень хороший день у нас был. Смотри, самый лучший рейтинг у нас здесь появился. И здесь тоже черепушка у нас в порядке. Все очень счастливы. Давай, давай, набирайся, набирайся, набирайся. Сейчас вот нам надо, видишь, чтоб... Здесь уровень поднялся. Уровень поднимайся, поднимайся. Все счастливы вообще. Как здорово на этих монстров смотреть, когда они счастливые, довольные, ухоженные, чистенькие. Ну, вроде как бы мы выяснили, что им нужно. Все, второй день у нас пройден. Мы достигли нужное количество энергии, так что город может спать спокойно со включенным светом и с работающими компьютерами, холодильниками и прочим. Ну что, это очень круто. Мы можем с вами продолжать. Третий день у нас на подходе. Я так полагаю, что третью комнату нам тоже дадут. Так, мы можем это все сделать. Так, смотри, привет, менеджер. Все, уже 3 дня, короче, ты как-то работаешь в нашей лоботомической корпорации. 3 — это очень таинственное число. Ведьмы и феи всегда спрашивают о 3 желаниях. Хотя и у меня нет магических способностей, но у меня есть способность удовлетворить одно твое желание. И я думаю, что тот факт, что я не та личность... Чего? А, что я не личность, твое желание не значит... рациональным и реалистичным. Потому что спросить, смотри, материалистическую свою и квалификацию повысить или психологическую квалификацию. Я думаю, что надо психологическую, потому что бабуля у нас любит психологическую. Она психологическую атаку оказывает. Психологическую сделаем прокачку нашему персоналу, я так понял, да? Все у нас. Что такое психологический рост? Да ладно, фигню какую-то она говорит. Все, у нас, короче говоря, 3-й день, смотри, начинается. У нас добавилась еще какая-то... Еще одна комната, и внизу еще одна лаборатория какая-то добавилась. Я даже, честно говоря, не совсем понимаю, что это означает. Потому что у нас наверху тоже 3 комнаты есть, и я не понял, как их использовать. Может быть, они просто нам нужны для, ну, графики, чтобы показать, что люди какие-то там бегают. А может быть, они реально выполняют какую-то важную роль. Я это еще не знаю, но я думаю, что вы, дорогие мои,
Зрители наверняка уже играли в эту игру, и вы прекрасно знаете, что это за помещение наверху и как их нужно использовать, и нужно ли использовать вообще. Буду рад вашим любым комментариям, любым подсказкам, которые вы дадите под видео. Игрушка у нас находится в раннем доступе, насколько я знаю, потому что мы, в принципе, будем ждать, наверное, релиза. Но если вам понравилась эта игра, пишите, опять же, ваши отзывы, то будем ее проходить. Я так полагаю, что здесь некий элемент рандома есть, потому что сколько я видел каких-то трейлеров по этой игре, каких-то скриншотов, у всех разные комнаты были с разными монстрами. Это вообще угарно, на самом деле, потому что тебе приходится не идти по накатанной, а тебе приходится реально что-то исследовать. Вот, такая игрушка Lobotomy Corporation или Корпорация Лоботомия у нас сегодня была на первом запуске. Еще раз, если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк этому видео и пишите об этом в комментариях. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. С вами был Маугли, всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.